Здравствуйте, друзья! Сегодня на обзоре новостройка у нас, а именно это шоурум комплекса в Чешмели, 1+1 квартиры, сдаются от застройщика под ключ с качественным ремонтом, друзья. Полностью вот с такими санузлами. Очень хорошая душевая, друзья. Очень просторные санузлы. Это у нас входная шкаф-группа, друзья. Они будут сдаваться вот в таком виде. То есть очень будет богато смотреться, да, друзья? Не будет этого зеркала. Но это не самая большая проблема. Его можно установить. Она не так дорого стоит. Площадь квартир в этом комплексе очень просторная, друзья. Также в нем есть гардероб. Включает в себя 5 квадратных метров. Вот это гардеробная, гардеробный шкаф, он от застройщика. Включена в стоимость квартиры, друзья. Также у нас есть у застройщика, правда, не осталась только одна квартира. Вот именно такой планировкой с гардеробом. Остальные планировки у него без гардероба. То есть такие же просторные, красивые будут, такие же удобные, с двумя балконами. То есть один технический балкон в 4 квадратных метра, вот такой вот технический балкон, друзья, это для кондиционеров, для сушилок и так далее. Но у нас есть от инвесторов наших и подрядчиков такие планировки, вот как вы видите сейчас на видео, друзья. Пройдемте в кухню. Кухня, она будет такая же, как на видео, будет от застройщика. То есть вот такие стеклянные панели будут. Вот это деревянный декор будет от застройщика. И тут, друзья, кстати, окно. 1+1 будут сквозные планировки, они угловые, друзья. Такой же шоурум, как на видео, можно будет заказать. Терраса 8 квадратных метров, друзья. Она очень просторная. Кстати, вот он комплекс, друзья. Он уже поднят. Поднят до последнего этажа. Стены уже поставлены. Вот, друзья. Очень очаровательная просто квартира. Также пройдусь по комплексу, друзья, пока снимаю. В комплексе будет фитнес, зона барбекю, детская игровая площадка, зеленая зона для прогулок, друзья, автостоянка, генератор, бассейны, водные горки, сауна, хамам. Комплекс будет охраняемый. Спешите, друзья. Более подробно напишите нам в WhatsApp. Будем рады вам помочь, подсказать, друзья. До встречи в Мерсине. Работы идут полным ходом. Сейчас, друзья, поднимусь вверх и покажу вид с высоких этажей, наверное, да? С этажей 7-6 покажу. Вид на море открывается с этажа 4, по идее. До пляжа 300 метров. Увидимся внутри, друзья. Вот, друзья. Я поднялся на 6 этаж. Это у нас тот самый большой санузел. Это у нас кухня, салон. Как в шоуруме окошко, помните? И уже с 6-7 этажей открывается вид такой обалденный. Это терраса, которая 8,5 квадратных метров. Вот, друзья. Вид просто шикарный. 300 метров до пляжа.
Это у нас спальная комната, в котором были зеркала и технический балкон. С выходами под кондиционеры будут. Кстати, очень зеленая, да, территория. Просто обалденная. Даже отсюда вид на море есть, друзья. Смотрите. Просто чудо какое-то. Вид на море, на горы. Спальная комната. Потолки высокие. Помните, я вам говорил. Это как раз вот эти 5 квадратных метров. Это гардеробная, друзья. Из гардеробной дальше есть выход на пожарную лестницу. Тут, конечно, будет закрыто, будет бронированная дверь стоит, которая будет открываться только изнутри. Кто-то, кстати, эту гардеробную комнату планировал сделать кабинет. Это возможно, друзья. Давайте сразу покажу центральные планировки, так как центральные планировки тоже очень хорошие. Они 68 квадратных метров. Очень просторные тоже, друзья. Вот он, санузел. Вот он, просторный санузел. Тоже 6-7 этажей. Вид открывается на море. Друзья, извините, почему я говорю 6-7 этажи. Потому что я пока поднимался, я и забыл уже, на какой этаж поднялся. Помню, 2 этажа назад мне сказали, что нахожусь на 5 этаже. Вот вид, друзья, обалденный. Комнаты очень просторные, друзья. Очень большие. Здесь будет кухонная зона, друзья, в углу стоять. Также салон дальше. Салон очень длинный, широкий, кстати. И также балкон 8,5 квадратных метров. Также с видом на море. Обалденно, друзья. Приезжайте в Мерсин, друзья. Будем рады, встретим, покажем квартиры от подрядчиков, от инвесторов. Также в рассрочку от застройщика. Мы, кстати, делаем скидки. Учитывайте и эти моменты. Всего доброго, друзья. Where do you go to? Where do you go?